Набережная города пользуется популярностью у самарцев на протяжении всех сезонов, но весной пространство преображается. К этому специалисты профильного муниципального предприятия прикладывают все усилия. Приводить набережную в порядок начинают с раннего утра. В 6 часов утра начинаем работать и до 3 часов. Каждый год весной делаем генеральную уборку, потом поддерживаем порядок. Сейчас на набережной специалисты выполняют сразу несколько задач. Убирают газоны от листвы и мусора, открывают и приводят в порядок клумбы и цветники, подметают и проливают пешеходные дорожки. Вскоре начнут красить лавки и урны. Со всем этим планируют справиться до 22 апреля. Еще один из видов работ – помывка памятников, скульптур и монументов. Этим утром водные процедуры принимала знаменитая бронзовая водная лыжница, установленная на второй очереди набережной. Всего у нас 24 скульптуры, то есть малых архитектурных форм. На этом участке вот 9. Вот уже мы 8 уже помыли. Осталось еще помыть нам князя Засекина, но это мы будем к 1 мая подготовим его. Мы будем начищать его отдельно, то есть на специальные средства, то есть на основе масел. То есть мы будем его начищать. То есть не красить. Полюбоваться красотами Самары спешат не только жители, но и гости города. Ольга вместе с ребенком с утра пораньше приехала на Волжский проспект. В планах обойти все памятники и скульптуры на набережной и полюбоваться видом, открывающимся с левого берега Волги. Улучшается после зимы состояние набережной. Памятники, скульптуры и монументы помыты, убираются здесь. Уже озеленение пошло. Как бы все движется, еще немножко все расцветет. Это самое красивое место. И природа, и Волга, и вид. Месячник по благоустройству в Самаре в самом разгаре. Приводят в порядок не только достопримечательности и знаковые места, но и улицы города. Так, с самого утра рабочие восстанавливали ограждение вблизи дороги по улице Старозагора. Где-то нужно было выровнять элементы пешеходной зоны, а где-то приварить новые прутья. Специалисты трудятся, чтобы после зимы придать городу прежний вид. Первостепенные сезонные задачи выполнят до конца апреля. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.